Сделать пошагово лего-человечка в чертежно-графическом пакете, компас 3D, собрать детали, а потом раскрасить их. Такую задачу перед участниками проекта «Профтренд» поставила инженер-конструктор ядерного центра Татьяна Евтушенко. О своей работе Татьяна рассказала школьникам понятным и доступным языком, чтобы у каждого в голове появился четкий ответ на вопросы, чем именно занимается инженер-конструктор, какие навыки ему нужны и, главное, подходит ли мне эта профессия. Как делать 3D-модель в профессии инженер. Мне понравилось. И, наверное, я буду идти к этой профессии, скорее всего. Хочу быть инженером. Узнала побольше об этой профессии, какие программы используются, как работает, строится моделирование. И в целом мне понравилось. Ну, эта профессия интересная, но сложная. Если ученик на профтренде поймет, что эта профессия ему не нравится, это уже отличный результат, считают организаторы. Так дети смогут сужать круг поиска профессии, которую захотят постигать в дальнейшем. Городской проект «Профтренд» реализуется в Сарове с 2016 года, постоянно расширяя рамки, меняя форматы и наполнение профориентационных мероприятий. Когда я училась в школе, в мое время этого не было. Если бы мне пришли в школу и рассказали, что вот такие-то плюсы тебя ждут, вот такие-то ты действия будешь делать, что-то за это получать, я бы вообще с горящими глазами бы сразу полетела бы в технический вуз и просто сразу бы определилась со своей профессией на будущее. Во втором полугодии в рамках профтренда запланированы дни увлекательных наук в школах номер 16 и 20, а также ряд интересных встреч во Дворце детского творчества. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.